Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Шарль Герен «Обнаженная женщина». Около 1910 года, холст, масло, 116 на 89. Ученик знаменитого художника-символиста Густава Моро, Шарль Герен оттачивал собственное умение, занимаясь копированием картин старых мастеров в Лувре. В своих произведениях он не отходит от узнаваемых форм, не экспериментирует. Живописец изображает модели в спокойной, часто камерной обстановке. Палитра его работ мягкая и гармоничная, в ней нет кричащих цветов. Обнаженная модель на представленной картине спокойно позирует художнику, совершенно не смущаясь обстановки и полного отсутствия одежды, кроме большой черной шляпы. Контурная линия синего цвета подчеркивает и выделяет бело-розовую кожу натурщицы. В этой работе Герена чувствуется влияние декоративных работ Мориса Дени, а цветовой строй полотна напоминает произведение Поля Сезанна с его изысканной синей-голубой тональностью. Известный любитель искусств Щукин неоднократно приобретал картины Герена в свое собрание. Ну вот такое описание нашел в интернете картины Шарля Герена «Обнаженная женщина». Пока-пока, до свидания.